физически не нагружаться, конечно, будете не форум. Что вас еще? Да. Так не, бывает такое, что вот в день шоу, особенно такого масштаба, утром встаете, может быть, какое-то эмоциональное самочувствие, вот не хочется. Было такое? Конечно, ну, я вот человек. Ну да. Как вы, представляете, вы вот приходите, да, вот профессиональный журналист, да, вот приходит, да, ну не хочется идти на работу. Да, вот я сегодня проснулся и пошел у себя, слава богу, что у меня есть сауна. Посидел в сауне, пару заходиков сделал, поплавал в бассейне и приехал тренироваться. Я стараюсь на самом деле после шоу, если есть такая возможность, поплавать и восстановиться именно массажем и сходить в баню. Ну, в сауну хотя бы посидеть, чтобы мышцы немножечко отдохнули. И, в общем-то, вот такое восстановление. Сейчас, кстати, едем домой, и у меня там русская баня, а завтра в Кемерово летим. И главное, однозначно, это сон. Вот если у нас тур идет, то ну, высыпаться прям до часу, до двух дня, вообще вот это самое для меня главное. А так, конечно, бывает очень тяжело, но надо преодолевать, преодолевать. Евгения, а вы такое понятие, как позитив, кто бы вам обнаружили, как самые сердечные? Вероника Калинина. Потому что она в этом году сделала шаг вперед, тройные акселя в короткой программе. Это несколько четверных, не тройной акцент произвольно. Ну, то, что я вижу действительно, что она может сделать в следующем сезоне, и уже сделала. Для меня она. А мой сын Александр Кличенко сделал 2.5 оборота на соревнованиях. Два. Спасибо. Один два. Один в каскаде. Евгений, вы достигли всего. А есть еще что-то, о чем вы мечтаете? Конечно, конечно. А дочка? Дочка, сыновья, дочки. И новый автодом. А сейчас, да, ищу себе автодом. У вас есть, но он маленький. Да, у нас впереди большой тур. И уже планы такие на следующий сезон. Больше 50 шоу мы планируем сделать. А это, конечно же, еще строительство новой площадки для фигуристов Ангела Трещенко. Со спа-зоной, со всеми. Планов громадили. Ну ты скажи, что это с третьей арены. Это вторая уже в июне открывается. Третья вот эта арена, которую мы планируем сделать в Мособласти, действительно, с спа-зоной, чтобы они отдыхали, могли восстанавливаться. Вот. Но, как вы говорите, что мы долго строили, мы начали в 2020 году, и в 2023 закончили. Но 2 года у нас отжирала пандемия. Поэтому, в принципе, мы очень быстро сейчас заканчиваем. Невероятно красивая. Я очень попрошу Марину собрать на это прекрасное мероприятие, чтобы много подарков были. Действительно роскошная, красивая, спортивная. И да, открытие большое, да, и шоу будет, да. И мы сделаем обязательно товарищескую игру по хоккею с моей командой «Союз чемпионов». Мы сейчас играем в любительской хоккейной лиге, выиграли сезон, я еще успею в хоккей поиграть. Вот, практически не пропустил ни одной игры. У нас сейчас идет плей-офф, уже на следующей неделе мы в 1-4. Двигаемся дальше. Поэтому «Союз чемпионов» тоже. Не следите, вот видите. Надо следить, что за хоккей. Друзья, нам надо заканчивать. Давайте да. Деле, спасибо вам большое. Не, по одному.